Вот у тебя, видишь, время, я тебе тогда смотрел, я тебе посчитал, там 17:33:43, да, вот, видишь, да, там зона 3, вот, видишь, да, вот первая карта Раши, да, это как бы классическая карта, это, да, это твоя личная карта, она, скажем, первичная, да, то есть без всяких, вот там Сидшамши, это так называемая D24, о которой мы говорили. Но опять-таки, все зависит от того, насколько точно все, понимаешь? Вот теперь смотри, вот просто твоя карта, насколько ее можно прочитать, да, мало того, смотри, у тебя, видишь, у тебя седьмой дом очень сильно переполнен, видишь, как, смотри, у тебя Шукра, да, Чандра и Ра, и Раху, да? Луна, да, Чандра, ой, блин, давайте тебе по-русски так вот, у меня привычка такая. Шукра – это Венера. Ну, это вообще, это как бы, как тебе сказать, это товарищ, который, как бы тебе сказать, это учитель этих демонов, да, Шукра, Шукрачария, да. Ну вот, Чандра – это луна, да, Раху – это демон. В седьмом доме, видишь, он у тебя сидит. Вот, в первом доме у тебя Гуру, Кету и Лагнеш, то есть Лагна, да, Лагна – это асцендент, он в деве у тебя, видишь, вот в углу. Градус в Лагне – это 23 градус, Канья, Девы. Но это, естественно, сам понимаешь, с учетом Аянамши, да, то есть с учетом вот, там у них другая система, это звездный, ну, как бы другой зодиак. То есть так-то ты Весы, да, а ты сдвигаешься где-то на 24 градуса, на 23 там, да. Вот Весы-то они сверху будут, и вот